У вас есть какие-нибудь коллекционные вещи Спока? Очень много. Мое самое драгоценное сокровище — это подписанная салфетка, подаренная мне моей очень чуткой подругой Пенни. Hi. Здрасте. Прикинь, я в кадре и все еще в рубашке. А можно взглянуть на салфетку? Конечно. Прошу прощения, я буквально на минутку. А когда это у нас появился стенной сейф? Когда закончилось место в сейфе в полу? А когда у нас появился сейф в полу? Одновременно с камерой наблюдения. И где же эта камера? В Аквамене. Охраняет наш дом с 2012-го. Рёбаный йод, а мы ведь на этом диване столько раз. Уж мне можешь не рассказывать, поверь.